Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 29, упражнение номер 3. У Пети в коробке было 6 фломастеров. Он подарил 2 фломастера другу. Сколько фломастеров осталось у Пети? Из условия задачи нам известно, что было 6 фломастеров. Подарил 2 фломастера другу. Нужно узнать, сколько фломастеров осталось. Было 6, подарил 2. Чтобы узнать, сколько осталось, нужно из 6 вычесть 2. 6 минус 2 равно 3. 3 фломастера Ф с точкой мы пишем в скобках и записываем с большой буквы слово «ответ». 2 точки и пишем 4 фломастера. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.